Для нас принципиально важно, чтобы в наших муниципальных районах Омской области появлялись молодежные пространства, которые там уже действительно есть. Но такие конкурсы – это шанс дать нашим коллегам из муниципальных районов инфраструктуру, дать технику для проведения их мероприятий, чтобы они могли полноценно оснастить и сделать действительно мультиформатные пространства, которые бы пользовались популярностью у молодежи. Наша молодежь не только занимается спортом, но и является активными болельщиками. Зона «Территория болельщиков» реализует прямые трансляции спортивных соревнований как Полтавского района, так и Омской области, ну и, соответственно, российские соревнования. Данные трансляции позволят болельщикам следить за успехами команды района, города, страны. Мы немножко конкурсанты, которые имеют уже опыт в молодежных пространствах. У нас уже существует одно пространство в городе, это место 820. И мы решили повторить вот опыт и открыть второе пространство в городе в Кировском административном округе. Название его будет «Кристалл». Цель проекта – это вот вовлечение молодежи в молодежные пространства, в молодежную политику. Делаем акцент на то, что мы хотим категории молодежи увеличить, распространить больше на категории молодежи, которыми мы не занимаемся. То есть мы, например, мало занимаемся молодежи с УВЗ, это ограниченные возможности здоровья, молодые семьи с детьми и без детей, работающая молодежь и неформальная молодежь. В нашем районе молодежное пространство действует с 2019 года, но, как оказалось, на момент участия в конкурсе концепции у нас не было никакой. Конкурс дал нам возможность осознать, понять, провести работу над ошибками, и теперь с молодежью активной нашего района мы разработали такую концепцию. Наше пространство называется «Старт-платформа». У нас имеются столы для тенниса, то есть оно в том плане, в каком мы могли это сделать, оно мобильное. Иногда мы выдвигаем столы, мы играем в теннис, иногда мы их собираем, и тогда мы уже играем в шашки-шахматы. У нас большая игротека, можно просто прийти отдохнуть, попить чай, для этого у нас тоже есть условия, можно поработать.